Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами канал «Обо всем на свете». В этом ролике речь пойдет об монете Национального банка Украины, которая посвящена украинским военным специалистам. Монета из серии Вооруженных сил Украины была выпущена в конце 2019 года тиражом 1 000 000 штук. Монета имеет номинал 10 гривен, вес составляет 12,4 грамма и в диаметре 30 миллиметров. Сейчас покажу ее ближе. Вот так выглядит. На аверсе монет размещен малый государственный герб Украины, вверху надпись «Украина». Слева имеет год чеканки 2019 год, внизу номинал 10 гривен. Вот здесь надпись «Участникам боевых дій на территории інших держав». На фоне модели Земли изображены континенты. Вот так они выглядят. Вот. На реверсе монет в обрамлении растительного орнамента. Вот он по всему кругу. Размещены надписи «Обов'язок», «Мужність», «Пам'ять». На этом у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!